Всем привет! Мы будем делать лизун с блёстками! И со мной будет щенячий патруль! Райдер, привези нам, пожалуйста, стеклянную тарелочку! Хорошо, задание будет выполнено! Спасибо, Райдер! Что нам надо дальше делать, Егор? Замешать вот этот клей, да? Нам его надо вылить! Да! Раскручивай пробочку! Нажимай! Вау! Круто! О, я принес вам уже блестки, кидайте. Еще рано! Нам надо туда добавить тетраборат натрия. Не застреляй. Ой! Ха-ха! Ух ты! Он скользкий. Чем-то пахнет, не знаю, каким-то клеем, что ли? Он липучий. А можно сделать, чтобы малиновый был, а? Теперь нам надо добавить блестки. О, он рвется, интересно. Тик. Тут покрываем. Ой, тут посыпали. Вот сюда, в эти блесточки мы опустим наш кусочек лизуна. А этот куда? А это мало блесточек? Вау! Крутой получается вообще-то. Лизунчик. Этот туда? Этот куда лизунчик? Ух ты, какая красотень! Как блестит красиво с красным. Интересный такой. Вот какие классные плащики. Ой, мне нравится такой плащик. И мне. Какие мы нарядные ребята. Ой, а про Райдера-то забыли, он тоже хотел плащик. Давайте мы ему сделаем разноцветный. Каждый оторвет со своего плащика немножко Райдеру. Хорошо, я согласен. Ой, ребята, смотрите, там Райдер едет. Ух ты, какой у тебя костюмчик, Райдер, классный. Да, ребята, спасибо за плащик. Ух ты, щенки, какие вы громадненькие и красивые. Маршрут, у тебя разные, у тебя такой золотой, у тебя длинный вид. Вау, разноцветный у него какой. Интересно. Классно получилось. Мне понравилось. Теперь можно идти на карнавал. Пойдемте, ребята? Да, пойдемте. Егор, а ты пойдешь на карнавал? Конечно. Ой, надо же тебе какой-то костюмчик делать. Ну ничего, сейчас что-то придумаем. Ну все, теперь я готов на карнавал. Видишь, какие у меня крутые очки? Там-там-там! Мау! Ставь лайк! Вот такие. Подписывайтесь на канал. Пока-пока! Они няши забыли. Я люблю карнавалы. И я пойду. Интересно. Кен, иди одень штаны. Ой! Правда, штаны забыли!